Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. В МИДе прокомментировали заявление Киева о плане по Донбассу. Как сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, заявление Киева о том, что Украина отгородится от Донбасса, если Россия не согласится на прекращение огня и обмен пленными на саммите в нормандском формате, контрпродуктивно. Об этом сообщает Интерфакс. Руденко отметил, что подобные заявления накануне нормандского саммита невольно вызывают вопросы о реальных намерениях украинской администрации. Российский дипломат подчеркнул, что для Москвы главная задача предстоящего саммита – получить твердое подтверждение того, что Киев будет привержен выполнению Минских соглашений. Напомним, советник украинского президента Андрей Ермак на форуме в Лондоне заявил, что если Москва не пойдет на уступки Киеву и не станет договариваться, то Украина оставляет за собой право отгородиться от Донбасса и перевести конфликт в статус замороженного. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что в случае, если переговоры в нормандском формате пойдут не так, как хотелось бы Киеву, то у команды президента Зеленского есть некий запасной вариант. Сообщалось, что этот план заключается в строительстве на границе ДНР и ЛНР ограждения. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.